А сейчас рекламная пауза. Сейчас будет. По поводу только что ушедшей группы «Вежливый Анкас». Сегодня, кроме праздника «Левого геометрия», еще есть повод очень хороший. Это старт переиздания бэк-каталога группы «Вежливый Анкас». Первый первенец в этой серии – это «Коса на камень». Мы сделали, ну, я надеюсь, максимум, что вообще было возможно. Великолепная пластинка, дополнена всякими видео и так далее. Из-за того, чтобы она сюда успела к нам на праздник, я пропустил, к сожалению, группу «Князь Мышкин», которая первая выступала. Но в результате вот зато эту пластинку можно там в ларьке купить. И второй. Рекламный анонс по поводу предстоящего выступления группы «Аукцион». Мы тоже занимаемся переизданием великолепного наследия этой замечательной группы. И ну, так случилось, подвели смежники, мы не успели сегодня выстрелить дуплетом, потому что нам помидоров не хочется получать, да? Поэтому мы дней через 10, наверное, максимум представим вот такое вот замечательное здание группы «Аукцион». Знаковая пластинка, называется «Жопа». Ну и с ней, собственно, сегодня вот «Жопа» и случилась. Не успели изготовить. Будет она выглядеть вот приблизительно вот так. Это практически... знакомые по виниловой пластинке. Вот такой вот логотип. Совершенно верно. 91 год, на ком жопа. И максимум дней через 10 все это будет доступно. В том числе в нашем магазине «Дом культуры». Я даже не знаю, сколько это в производстве стоит до сих пор, потому что люди, которые это делают, их, к сожалению, сегодня не успели, но они делают это пока бесплатно. В том смысле, что они не озвучили, сколько это будет стоить и все такое прочее. Была мысль вот это изделие продать с аукциона, потому что диски-то напечатаны. Но мы этого делать не будем, потому что у нас есть ряд тараканов, и в том числе качество изделия, вот здесь углы там не это самое. Нет, мы не можем себе это позволить. Я закрываюсь. Мы стараемся их выпускать как качественную музыку и делать это качественно. По-другому мы не можем. Спасибо.